С течением футбольных сезонов в реальной жизни в FIFA Ultimate Team регулярно появляются новые карточки игроков недели. Каждую среду формируется новый состав команды недели, а затем добавляется FUT в виде информ футболистов, которые заслужили статус игроков недели в реальной жизни. Эти игроки имеют улучшенные характеристики и возможности, что делает их очень востребованными. Определить, какие игроки вошли в состав команды недели, можно по черному фону карточки. Игроки недели регулярно обновляются, поэтому не упустите возможность найти уникальную карточку. Открывайте наборы в магазине FUT. А если вам посчастливилось найти информ игрока в наборе сразу же после анонса, возможно, стоит задуматься о его перепродаже на трансферном рынке, ведь иногда в этот момент он стоит максимальное количество монет. Если вы, наоборот, хотите приобрести игрока недели, то не стоит спешить. Вы можете сэкономить монеты, выждав, когда его карточка станет более распространенной и ее цена на трансферном рынке упадет. Постоянно следите за новыми карточками игроков недели на протяжении сезона. Со временем вы наткнетесь на карточку другого цвета, которой помечаются еще более редкие и ценные игроки. Например, оранжевая карточка обозначает игрока матча, а голубая — игроков, попавших в команду года. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, чтобы увидеть больше советов по FIFA 16.